маленько. Где-то нарастет хоть это. Хоть будет из чего делать, да? Ну да, сосны уже такие не маленькие здесь. Утра будем строить, утра. Ну, мы будем из глины чурки строить, так что нами такие пойдут. Утра здесь откроем тоже. Ну, да, а что, нефиг делать. Да, пасеку какую-нибудь тут сделать. А? Куда-то вот туда. Медведей медом кормить. Ага. Поворачивать надо куда-то сюда. Да, вот сейчас вот мы идем. Идем в связи. Я говорю, я 20 лет здесь не был. Ну не зачем мне это. Все здесь заросло. Грибов, наверное, море. Надо будет летом еще исследовать, когда пойдут грибы. Надо еще... Вообще бы сделать, может, какую-нибудь охотничью базу. Типа дом рыбака и охотника. В пруду рыбку завести. Здесь каких-нибудь оленей развести. Чтоб немцы приезжали стрелять этих оленей за деньги. Почему бы нет? Территория позволяет. Вот следы жизнедеятельности лося. Жизнедеятельность глухаря. Повезет, до кого-нибудь увидим. Тетерева, говорят, не глухаря. О, тут зайца, горошек чуть-чуть. Сейчас на уток, наверное, клюет. Я говорю, здесь на 8 уток открывают. Здесь, наверное, грибов море, да? Я не знаю, я говорю. Надо будет сходить, когда грибы пойдут. Так. Вот, человек уже заблудился. Вот здесь, смотри, колеи наезжены. А там вот у земли еще есть пальцы, типа такие. Вот это, наверное, эти пальцы. Здесь вот типа пальцы же, да, есть такие? Ну, как бы поле, лесок, поле, лесок. Вот эти пальцы ну, тоже наши. Раньше, но они заросли уже. Конечно, ну, да. Все равно есть. Вот, мы... Так, это вон где? Да, тут, конечно, да. Идем в связи. Тут дорога должна быть в этом. Найди. Ага. Я не знаю, он мост есть, нет. Здесь, похоже, сырое место. Тоже пруд можно делать, да, наверное? Вижу. Саня, смотри, тоже, наверное, можно пруд делать. Где, здесь-то? Да. Да. Падина хорошая здесь. Либо внизу, вода есть, значит, рядом. Ну. А там внизу дамбу сделать. Ладно. А там речка идет, по-моему. О, там речка. Там речка идет, она вот это. Ниже Богородска-то выходит. Да. Где мост. Ну. Вот эта речка туда идет. Я забыл. Вож. А как она называется? Вож. Вож. Да, речка Вож. Средний Вож. Средний Вож. А там какая речка? Тоже Вож есть. Нет, вот отсюда, которая. А Чурашев там. А вот это? Вот, которые переходили сейчас. А я не знаю. Я забыл. Как она называлась? Не знаю. Катараевка, Катараевка. Катараевка она называется. Ну, ладно, идем в сюда. Зарыки не читали никогда. Ну, где я Вася там раньше хариуса ловил. Не хариус, раньше везде будет. Вот. Ну, тут чистая вода до сих пор. Летом-то она прозрачная. У меня даже... Один, ну, мужик, ну, парень с работы, в общем, пробовал даже пить ее. Вот это средний вож, Пепеляево нижний вож, ну. Там еще есть верхний вож. Потому что три вожа. А вот там вот, вон, лес видно. Опа, так, так, кто насрал? Это не нас, это... А, это, ну, не я. Это плесень. Плесень какая-то. Нет, поставь своего поедина. Да, лось ходил. Где-то недалеко. Тоже любит, видимо. Да, конечно, конечно, конечно. Витамины-то и всем нужны. А сосна это целая кладезь витаминов. А вот, кстати. Заяц его сразу. Это просто большой заяц, да? Это
Пережесток. Рогатый. Ну, заяц пережесток. Ну. Тут что-то вон вырванный или что? Ломано. Кто-то бесился. А гонка зашел, может, лось. Изломал. Может, рога валяются где? Было бы классно найти рога. Да, сломал. Ладно, придем в связи, дальше снимем видео. А то так весь аккумулятор посажу.